Ну вот и я приоделся. И хочу тоже сказать, что компания «Автоград» проводит акцию при покупке 2 дисков шины в подарок. Вообще-то этим занимается профессиональная студия. Небольшой наш конкурент, фирма «Джамбо», где все дело происходит, в новом торговом центре «Вианор», что на химчистке, разумеется. И о чем это говорит? А вот, пожалуйста, амбиции самого мощного торгового предприятия, который занимается продажей автомобилей, продажей комплектующих. И сейчас даже в северных районах города, вот здесь вот, по направлению к любимому комбинату, есть место, где вас с должным качеством по-автоградовски обслужат в новом центре «Вианор». Так, мощная сеть «Автоград», мощный поступательный, ведет наступление по всем направлениям. И вот теперь и сейчас центр «Вианор», что на пересечении улицы Московская и Бехтерева, проще на химчистке. Это еще одно традиционное автомолильное место. Если раньше молились в одном специализированном автомагазине, то сейчас не молиться на дефицит надо, а выбирать из разнообразия. Тем более, что выбор авторезины и дисков обогатился. Разумеется, в Магнитогорске должна была, и она сейчас есть, чисто городская сеть, по которой можно сказать, что да, эта сеть представляет лучшие традиции города Магнитогорска. И сегодня любимый и наглядный «Автоград» – это уже и северное направление. Что мы здесь видим? Ну, традиционно высокое качество, традиционно шикарный ассортимент и традиционно богатый выбор. И уже традиционно низкие цены. И, конечно, что бы хотелось заметить? Фирменный подход. Фирменный подход, он остался прежним. И то самое утверждение о том, что торговля должна быть сейчас красивой, не холодной, а теплой и светлой, вот оно, пожалуйста, за моей спиной. И практически рядом с моим домом, что по улице Московской. Конечно, России магнитки в особенности далеко, до нормально развитых стран третьего мира. Там, и собственное впечатление тому свидетельство, торговля развивается практически на каждом углу. Там человек привязывается к удобству и доступности. У нас же каждую осень судорожные поиски мест, где подешевле, и каждую весну аналогичная ситуация. Мы не будем делать идола и идеализировать сеть «Автоград» и новый центр «Вианор», которому еще предстоит доказать свое лидерство. И задача, зная амбиции конкурентов, непростая. Но, скажем, более современного и комфортного места для покупателей в этом районе просто нет. Что это такое-то? Скорая гибель магнитогорских авторынков? Не хотелось бы думать, что это так, но все к тому идет. Потому что сложно конкурировать со структурой, предлагающей дешевые цены, предлагающей высокий уровень услуг, качество и низкие цены. Что же, мы медленно, наверное, идем к той степени цивилизации, о которой мы давно мечтали. И сейчас, и сегодня неохота ехать никуда, неохота лазить, неохота мокнуть под дождем, охота просто в хорошей, комфортной обстановке сделать тот выбор, который мне лично нравится. А способ выбора автомобильных шин, специальной косметики и всего остального от «Автограда» мне нравится уже давно. И это не первый год.